Я послушал президента о том, что он хочет провести честные и чистые выборы. Я считаю, что каждый из нас обязан помочь президенту с этой миссией. И в свою очередь я хочу предложить моим конкурентам в Октябрьском районе начать борьбу с подкупом голосов, чтобы никто из нас, кто идет по одномандатному округу, не смел покупать голоса. Я предлагаю создать независимый фонд, куда бы мы, вот кандидаты от одномандатных округов, могли бы внести по 50 тысяч сомов. Нас здесь 5 кандидатов, и в сумме это будет 250 тысяч сомов. Что делать с этими деньгами? Эти деньги пойдут на вознаграждение тем людям, кто будет отправлять фотографии, видео или ведомости, документы, которые подтверждают факт подкупа голосов. В случае подтверждения человеку будет выплачиваться 10 тысяч сомов. Я думаю, если мы 5-10 таких фактов зафиксируем, несколько кандидатов снимутся с гонки, то подкуп голосов, он сам по себе уже прекратится. Мы все обязаны помочь Садыру Джапару. Я предлагаю Мелису Тургамбаеву, Руслану Кадырмышеву, Телеку Усупову и Бахтыбеку Керембаеву пойти на этот шаг. Со своей стороны, я готов пойти на это, и я считаю, это наша обязанность бороться с подкупом голосов.